Женский намаз немного отличается от мужского в нескольких положениях. Первое – это значит, когда мужчины делают вступительный такбир «Аллаху Акбар», они доводят свои руки большими пальцами до мочек ушей на этом расстоянии, а женщине на уровне груди вот так. Вот смотрите, вот так мужчины «Аллаху Акбар», а женщины вот здесь «Аллаху Акбар». И потом руки кладут сюда, а мужчины ниже пупка. Второе положение – это мужчина делает 90 градусов положение поясного поклона, руку, спина ровно, затылок со спиной совмещается ровно. Вот так делается у мужчин. А у женщин он будет вот таким, неполным. Получается, они с этого состояния идут на поясной поклон вот так вот. Чуть согнув коленки и не наклоняясь в 90 градусов. Вот так, чуть-чуть. И еще одно положение, отличающееся от мужчин и женщин, это значит, мужчины делают саджда, земной поклон вот так, здесь, чтобы кошка спокойно могла пройти расстояние, да, и локти у мужчин, они подняты, а у женщин близко к коленям, вот так все закрыто. Женщины так будут делать саджда. И последнее, после саджда, после земного поклона, мужчины ноги ставят в таком положении, да, вот в таком положении, а женщины ставят вот в таком положении и вот так сидят на аттахияте. Третий намаз – аср, предзакатный, состоит из 4 ракаатов фарда. Делаем намерение, ният. Я намереваюсь ради Аллаха совершить 4 раката фарда сегодняшнего аср намаза, направилась в сторону Каабы. Аллаху Акбар. Здесь читаем Субханака, Суру Фатиху и Кяутар без бисмиллях. Потом делаем руку, поясной поклон. Аллаху Акбар. Субхана Рабби аль-Азим. Субхана Рабби аль-Азим. Субхана Рабби аль-Азим. Самиа Аллаху лиман хамида, Раббана лакал хамд. Аллаху акбар, Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла. Встаем на второй ракат. Аллаху Акбар. Читаем суру Фатиха, читаем суру Ихлас без бисмиллях и делаем руку, поясной поклон. Аллаху Акбар. Субхана Рабби аль-Азим, Субхана Рабби аль-Азим, Субхана Рабби аль-Азим. Самиа Аллаху лиман хамида, Раббана лакал хамд. Аллаху Акбар. Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла. Аллаху Акбар. Здесь читаем только ат-тахият. Прочитали, встаем на третий ракат. Аллаху Акбар. В третьем ракате читается только сура Аль-Фатиха. И делаем руку, поясной поклон. Аллаху Акбар. Субхана Рабби аль-Азим, Субхана Рабби аль-Азим, Субхана Рабби аль-Азим. Самиа Аллаху лиман хамида, Раббана лакал хамд. Аллаху Акбар. Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла, Субхана Рабби аль-А'ла. Встаем на четвертый ракат. Аллаху Акбар. В четвертом ракаате читается только сура Аль-Фатиха. И делаем руку, поясной поклон.
Аллаху акбар. Субхана Раббиль Азим, Субхана Раббиль Азим, Субхана Раббиль Азим. Сами Аллаху лиман хамида. Раббана лакаль хамд. Аллаху акбар. Субхана Раббиль Аля, Субхана Раббиль Аля, Субхана Раббиль Аля. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Субхана Раббиль Аля, Субхана Раббиль Аля, Субхана Раббиль Аля. Аллаху акбар. Здесь читаем ат-тахият, салават, Раббана атина, Раббана гфирли и даем салам. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Аллахумма анта ас-салям ва минка ас-салям. Табаракта я зал-джалали вал-икрам. Амин.